дело Ильи Куценко. 17-летний парень, подозреваемый в убийстве своей бывшей девушки, 15-летней Светланы Дедковской. Накануне он сам пришел в милицию, сознался в содеянном. Следствие продолжается. Труп убитый был обнаружен, да, действительно, в подвальном помещении. Была обута, была присыпана ветками, мусором. И присыпана довольно-таки тщательно, потому что обнаружить ее было там очень тяжело. В данном случае большое спасибо сотрудникам уголовного розыска. Проходя мимо, никогда в жизни нельзя было бы увидеть, что там запаха не было. Были, как мы помним, как раз накануне довольно-таки морозные ночи, и в подвале сохранялась очень низкая температура. Вот этот подвал. Здесь 8 декабря нашли тело 15-летней Светы Дедковской. А накануне здесь был следственный эксперимент. Подозреваемый Илья Куценко в деталях рассказал, как все случилось. 1 декабря встретился со Светой. На данный момент еще ведется расследование. Да, у нас есть уже определенная информация, из-за чего это произошло. Озвучивать в настоящий момент пока еще нецелесообразно. Нужно закончить расследование. Ну, в целом могу сказать, что, возможно, да, здесь сыграла какую-то роль еще не полностью сформированная личность, где-то какие-то эмоции, где-то какие-то желания чего-либо. Известно, что Илья, бывший парень девушки, сначала скрывался, на звонки не отвечал, а накануне сам пришел в милицию и сознался в убийстве. Это преступление в наших следственных кругах тоже вызвало определенное потрясение, жестокость этого преступления. К счастью, что можно сказать, такие преступления носят абсолютно единичный характер, и в моей уже, можно так сказать, 20-летней практике можно буквально единицы назвать аналогичных преступлений. Добрый, спокойный, неконфликтный. Так об Илье Куценко говорят друзья и знакомые. Учился в 11 классе Тираспольской 8 школы. Спортсмен, занимался дзюдо. Что стало причиной трагедии, выясняют. Впереди много экспертиз, в том числе психиатрическая. Дело сложное, больше эмоциональное, говорят следователи. Определенная эмоциональная составляющая в этом, потому что что парень-подросток, что девушка убитая, только начинает жить, это накладывает свой отпечаток. Но следователь в данном случае, он абстрагируется от всех вот этих вот моментов, и, потому что задача следователя выяснить, что в действительности произошло, без всякой эмоциональной составляющей со стороны следователя, потому что она будет мешать выявлять те факты и беспристрастно относиться к тому, что нужно выяснить. Для того, чтобы полно расследовать уголовное дело. Следствие продолжается, статья убийства. По ней наказание от 6 до 20 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый Куценко под арестом.